Эти люди должны научиться сдерживать свой взрывной, необузданный темперамент и помнить, что одна из главных причин их неудач – их невыдержанность и нетерпеливость. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Встречающиеся на пути препятствия для этого имени лишь подстегивают их деятельную натуру. Они не умеют вовремя остановиться и отдохнуть. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Хранителям этого имени начинает казаться, что они просто даром теряют время. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Самая большая проблема у владельца этого имени – они неограниченно расходуют свою энергию. Они рискуют заработать нервный срыв и переутомление. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Носитель этого имени будет обладателем бурного, взрывного темперамента, с которым он явился на свет и который будет укрощать всю жизнь, пытаясь обрести внутреннее спокойствие. Иногда владельцы этого имени теряют энергию в условиях рутины, поэтому всеми силами стараются обеспечить себе постоянные перемены. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.